Привет, с вами Илюхин, и сейчас я вам расскажу историю о том, как я прогулял урок. Это вышло случайно, сразу говорю. Я специально никогда не прогуливала уроки. Ну, почти никогда. Ну, так вот. У нас был урок трудов, и мы... У нас вот труды в отдельном здании. Это здание находится где-то 0,5 километра от школы. Ну и вот мы, как обычно, с друзьями пошли в магазин перед трудами. Купили там, ну, там, чипсов, как обычно, ну, всегда. И пошли к этому зданию трудов, ждать учителя. Мы ждали учителя, минут 15, наверное. Потом решили пойти к школе посмотреть, где учитель. Мы увидели пацанов, ну, друзей наших, следующих, ну, которые еще были. У нас половина класса из пацанов ушли в магазин, а половина осталась. Мы видим то, что они ждут. Мы это решили, ну, к ним не подходить, а просто там издалека быть. А они нас увидели, побежали к нам. А нам стало скучно, и мы убежали, ну, побежали от них. Короче, мы так играли в шпионов, потому что нам было скучно. И вот так вот мы где-то минут 20 бегали по кругу. Ну, не по кругу, а по поселку. От них. Они за нами, мы от них. И вот мы один... Вот... Бегали, потом в тупик себя догнали, и они нас догнали. Но мы решили уже не убегать, ничего. Просто... Ну, как бы... Ждать учителя. Все вместе уже. Вот мы ждали там. Сидели, отдыхали, чипсы ели. Потом прозвенел урок. Ну, звонок на перемену вот. Мы пошли к школе, ну, два пацана, вот я и еще один. Пошли проверять, где учитель. Мы пришли в школу, оказывается, у нас был какой-то урок совместный, там три класса было. Но нам никто ничего не говорил. И мы, получается, вот так вот прогуляли целый урок. Ну, это вышло не специально. Но зато прикольно погуляли, побесились. Вот. Вот вся история. Понравилось? Ставь лайк, подписывайся на канал.